Хорошо жить хорошо, а хорошо жить в хорошовом Мневнике еще лучше. Проект Level Звенигородская – это квартиры в престижном районе хорошовом Мневнике. Более 40 вариантов планировки и 5 минут пешком до метро. А еще сейчас на него действует скидка 35%. Level – жить на новом уровне. Случай в полицейском участке. Да, мам. Хорошо, мам. Ну, просто прыщ вскочил. В смысле сфоткать его? Ну, как-то неудобно, я же на рабочем месте. Хорошо, мам. Ты чего тут творишь, животное? Ты ж на рабочем месте, тетя! Да я маме. Блин, фу, ё-моё! Я даже не хочу знать предысторию. Это хорошо, у меня времени на тебя сейчас нет. Так, Егоров, заводи ее сюда. Проходи. Короче, все, Зюзин, оформляй. Прямо сейчас, садись и оформляй. 500 заявлений на нее пришло за месяц. Людей просто обманывает. Астрология там, Таро, того в рой. Я не знаю, как это все называется. Вообще, это она. Которой говоришь, когда ты родился, она тебя уже нагрела на миллион. Вот это она, все. Как там у тебя на странице записано? Психолог. Ну да, вот это вся возня с энергией, короче. Это вот она. Ну, то же самое, чем Блиновская занимается, по сути. Сухари сушит. Сука, вот ты. Лохочмоты, сука, Зюзин. Сухари сушит. Зюзин, говорю тебе, оформляй ее все. Только не покалечься, смотри. Смотри, аккуратно, ручкой глаз не проткни себе. И этим листом не порежься. И руку, когда в ящик засунешь, не забудь вытащить. Из-за чего ты там еще больничный у меня просил? Да, справлюсь я, товарищ майор. Будьте уверены, все будет чики-бомбони. 42 года, чики-бомбони у него. Ты матери жопу только что фоткать, блин, чики-бомбони. Кошмар, ты в полиции работаешь, сука, или в щенячьем патруле? Чики-бомбони. Все, короче говорю, оформляй. Только ее не слушай, понял? Она тебя в одну секунду облапошит. Не слушай. Оформляй. Чики-бомбони, блин. Вы такой мужественный. Я? Вы это самая гражданка. Вы тут это самое не надо. Сидите тихо, а то ё-моё знаете что? Понятно? Все очень понятно. Сижу, молчу. Так. Анкета. Фамилия, имя. Анжела Верди. По паспорту. Аня Попова. Полных лет. 3 года. В смысле? Ну, 3 года полная была, а потом похудела. Так, давайте не поясничать ее мое туда-сюда, это как его. Дата рождения. 15 августа. О, как у меня. Только мая. И 16-го. А я сразу поняла, что вы телец. Вы так ручку уверенно держите, прям по-тельцовски. Такая прям тельцовская охватка. Прям от этого вот исходит, знаете, чувствуется такая уверенность, стабильность. А я стабильный. Я 20 лет в этом участке уже. Стабильно, лейтенант. Ну, вы поздний, да. Вы такой поздний. Телец, мудрый, старая душа у вас явно. Вы с очень таким солнцем сильным, карьерным в 10-м доме и, конечно, аспектированным Марсом. От вас-то прям вот сейчас исходит. Вот я прям сижу, оно идет, да. Вы как бы должны быть сейчас не в этом участке, а управлять, ну, я бы сказала, миром. Вот вы миром должны сейчас управлять. Так, это, давайте продолжим. А то мне уже становится интересно, что вы еще про меня расскажете. Вы над вами, знаете, как будто кто-то давлеет. Такое есть ощущение, не дает раскрыться. Ну вот как бы вам объяснить? Ну, чепушит вас. Считает ничтожеством. Мама? Нет, ну более мужская энергия. Ну, мама.
Да нет, не мама. Ну, знаете, такая негативная энергия на низких вибрациях. Вибрации прям вот, ну, вонючие такие. Вот, я не знаю, ну, как будто бы вот то ли идет чебурек, то ли пот. Вот его здесь нет, а вибрации вонючие чувствуются до сих пор. Майор Петренко. А у вас дар провидца. Да майор Петренко, он козел. Он злой всегда. Орет на меня без причины, потому что ему жена не дает. Все злость на мне вымещает. Вот. А вы мощный, престарелый телец. Вы под ним прозябаете, понимаете? Потому что вы телец, а он когда родился? В ноябре. Мышь. А он мышь. Подождите, а разве есть такой знак зодиака? Ну, если вы не профессионал, вы не лезьте, да? Это ж тоже вот так вот нельзя легко научиться. Это надо какие-то рилсы посмотреть, ну. Да, чтобы вам победить его, вам надо энергию отпустить. Отпустить, понимаете? Что-то хорошее, доброе такое, симпатичное, в красивом платье, может быть. Отпустить. Вас? Да я говорю, вы провидец, ну прям провидец. А если не отпустите, сейчас я карты посмотрю, сейчас, где она? А, вот. Вам карта смерти выпадает. Ух ты ж, ё-моё, а мне нельзя умирать, меня мама убьет. Да? А вы лидер, вы человек с таким сильным, асцендентным, овном и луной, прости господи, во льве. Но вы должны победить, мышь. Стоит только открыть дверь для новой энергии, да? Вы откроете, и вы увидите, как изменится ваша жизнь. Вы это почувствуете. Хорошо, да. Выходи, выходи, энергия. Только это, слышишь, энергия? Справа по коридору, а то слева там камеры. Ага, все, ухожу. Только с вас 100 тысяч за прием. Чего? Ладно, согласна? Охренела в край. Все, до свидания, да. Так, 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 стоп, 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 стоп. Ты что здесь, Зюзя, творишь-то? Ты куда ее отпустил? Морда говяжья! Я не говяжья, я телец, старая душа. А вы мышь! Мышь! Вы давляете надо мной и воняете тоже надо мной этими чебурехами. Мне это неприятно, потому что я могу управлять миром. Я лидер, я асцендент сильный у меня в этой, в луне у меня. Я тебе сейчас, блин, твой ацидент этот твой в луну, сука, через желудок запихаю, ты! Ну-ка, села! Села, я сказал! Лидер он тоже мне! Ты только что матери прыщ на жопе отправлял, лидер! Иди быстро машину мой, УАЗики там бомжи его заблевали, выперто с кабинета! Ты пошел отсюда! Ай, ну я прямо в прыщ! Иди быстрее, пока твои эти чики-бомбони целы! Все приходится делать самому. Вы такой мужественный. Ой, заткнись, на меня это не действует. Что, тебя Зюзином прокатило, потому что слабое место его нашла. Там, куда ни ткни, у него везде слабое место. А у Петренко слабых мест нет. Ну да, от вас чувствуется, что вы полководцем были в прошлой жизни. Ой, сука, я знаю все ваши эти прихваты. Твои звезды на мои майорские не работают, ясно тебе? Вообще не понимаю, как люди на это ведутся. Ну, конечно, типичный ядовит скорпион какой он, да. Так, все, я тебя оформляю, понятно? Говори, что хочешь. Все. У меня луна там в каком-то доме. Дом там, не знаю, в Юпитере. Юпитер, не знаю, в утке, утка в зайце. Заяц в Агрине вообще. Мне все равно вообще, что это. Я в эту чушь не поверю никогда в жизни. Так, что тут это? Что он тут написал? Аня Попова, 15 августа. Сука, на третьем вопросе, Зюзин! Поплыл уже, дурак! Да ну, конечно, вы правы. Ну, как, конечно, вы не верите. Таких людей их не сломать. Но вот если бы я вам, ну, допустим, вы попросили бы его, да, расклад сделала, я уверена, там точно бы вышла тройка пентаклей и король жезлов. Я уже был королем жезлов. 15 лет, сука, на М4 гаишник подпахал. Все, хватит с меня. Ой, вы сейчас вот так вот рукой махнули, да? И прям сексуальная энергия, она чует, вот прям пошла. Меня... Меня ей прямо сейчас прям чуть не сбило, потому что у вас так много этой сексуальной энергии. Это прям сексуальный пар, который не может выйти. Типа вы бурлящий котел, а какая-то женщина крышкой накрыла и сидит на ней, да? Вы вот такого. В
будто вот кола, в которую менту скинули, крышкой закрутили, а жена вам не дает, не дает вам жена. Давно. Ну и... Что мне, допустим, делать? Ну, это надо карты смотреть. Ладно, давай нахрен, что тут, все, нет сил уже, давай. Давай карты, только не с голыми бабами, я не сдержу их. Давай, что там? Давайте, давайте посмотрим. Так, ну вот у вас всадница огня вышла. Не-не, я не хочу всадницу. Всадницу это не мое. Это, ну, нехорошо, всадница. И вам, женщин, не советую. Всадница. Ну, а зря. А вот, кстати... Смотрите, ну, вот вижу у вас прям король жезлов такой хороший вышел. И посох. Прям какой внушительный посох, вы меня извините, прям он большой, прям вот, прям вижу, да. А что это значит? Ну, понимаете, вы как бы по сути завод BMW в Калининграде. У вас оборудование простаивает. Ну это понятно, что делать-то, а то я за эту парковку уже 10 лет плачу, а меня туда не пускают просто эту парковку. Говорят, иди от тебя, чебуреками воняет. Ну а покажите жену свою. Жену? Покажите. Сейчас, секунду. Так, ну тут она не накрашена. А, нет, вот тут она не накрашена. Ну вот. На Федункив похоже. Есть такой мой типаж. Ну давайте посмотрим, да, что у вас по совместимости. Слушайте, ну тут все хорошо, вообще нормально. Да. Вообще идеально. Что, реально прям, да? Да, плюс на минус идут, и по чакре Сахасрара у вас прям 110%. Ага. Вы прям как Кайли Дженнер и Тимоти Шаломе. Ну а так, чтобы я понял. Ну, типа Валерия и Пригожин. Ну да, да, есть у нее что-то от Пригожина. Ну, а там знак зодиака, вы ее знаете? Ну, нет, конечно. Ну, а дату рождения? Дальше. Месяц? Ну, дальше. А дальше у вас секса по-прежнему не будет, если вы ничего про нее не знаете. Так а что мне делать тогда? Что там эти звезды говорят? Что? Ну, вот смотрите, вот по картам, да, прям вижу, идут цветы хорошие, пиановидные, да, и сумочка. Сумочка? Да, сумочка из ЦУМа, сумочка. Ну вот идут. Прям картинкой. Прям вот с биркой, вижу, да. Покупайте это, да, и важно сегодня. Сегодня? Сегодня, потому что кармический коридор открывается, в этот коридор заходите на уверенном, да, иначе посох отсохнет, да? Но... Только очень важно, все рабочие моменты оставляем на работе. Мы это прям сбрасываем. Да, нам это не надо. Да, все эти наручники, ключи от кабинета обязательно. Прям на меня можете, я этот негатив приму. Да, вот. Да, 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 прям давайте, вот, да, 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 прям молодец, да. Ясно, все, все, побежал. Так, а чего жене-то сказать? А не надо ничего говорить. Вулкан не должен спрашивать, когда ему извергаться. Просто вот так вот на уверенном заходите домой и говорите: «Привет, жена, сейчас я и мой Марс в восьмом доме тебя будем». Ну, ну... Например, вот так. Ты что, прям вот так и сказать? Ну, можете своими словами, главное, привет скажите. Все, главное, привет, понял, все. Все, спасибо вам, женщина. Да, выздоравливайте. Все, да. Побежал. Алло? Алла Петровна? Да, да, едет уже, да. Сумочка, сумочка, да, цветы, как просили, все. С днем рождения, да. За три сезона Витя Мясник справился. С криминальным авторитетом. А ты что здесь делаешь? Тебя подменяют. Зажравшимся чиновником и столичным бизнесменом. Плевать мне на ваши все эти пацанские понятия. Но в этот раз его ждет самый опасный и непредсказуемый враг.
Это мафия, триады. Никто не знает, что они задумали. Что? Снег у нас воровать? Ради бога, мне не жалко. Хоть коммунальщиков разгрузим. «Полярный». Новый сезон. Со 2 декабря в 8 вечера на ТНТ. Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого шоу.